Здравствуйте, мои дорогие ребята, у нас с вами прекрасная серия ответов на ваши золотые вопросы, и сегодня что к нам прилетело? Это БЦА. Алексей, подскажите, пожалуйста, БЦА, воздействие, эффективность, нужно ли во время или после тренировки пить этот потрясающий коктейль из разветвленных цепочек аминокислот? Вот сегодня мы об этом поговорим. Поехали! Что такое разветвленные аминокислоты с боковыми цепочками? В общем, BCAA, это Branched Chain Amino Acids, ребята. Это у нас с вами лицин, изолицин и валин. И мы очень все привыкли слышать изо всех сторон, что обязательно во время тренировок тебе нужно пить BCAA, потому что мускулы будут гореть, и ты прям превратишься в дрыща, и не останется у тебя никаких мышц. А после тренировки обязательно нужно протеин закинуть и банан. И вопрос, который часто очень прилетает, Алексей, нужно ли BCAA? Вы же рассказываете о интервальном, периодическом голодании. Мы же с вами пропускаем завтрак. Мы тренируемся на голодный желудок, ребята, что является вообще абсолютной дичью, за что могут в классическом бодибилдинге сжечь на костре. И вот вопрос, нужно ли БЦА подключать для того, чтобы мускулы не пропали? Ребята, я вам скажу сразу, на 100% нет, еще раз нет. Это абсолютно лишняя трата денег, которые вы с большей пользой можете потратить на правильный здоровый продукт. Ребят, тренируюсь много-много-много лет, используя БЦА, используя протеин, используя жиросжигатели типа, L-карнитина и прочей дичи, я был безумно привязан ко всем спортивным добавкам. И думал, что если я пропущу хоть один прием пищи, моментально катаболизм начинается и тебя не останется. И спустя 5 лет отсутствие завтрака, отсутствие использования любых абсолютно, ребята, аминокислот, протеинов, жиросжигателей. Спустя 5 лет того, как я перестал бояться посыпаться и катаболизма, куда-то ушли мышцы? Нет. Мускулы развиваются, я становлюсь старше, я становлюсь сильнее, я становлюсь выносливее. И самое смешное, что я становлюсь, ребята, суше. И при этом мышцы с отсутствием завтрака не уходят. Появилось желание бегать. Я, когда употреблял протеины, заедал это все бананом, мог пробежать 500 метров до ближайшего магазина, чтобы перекусить. Сейчас я могу пробежать легко 25 километров. И весь смысл этого рассказа в том, что это маркетинг. Не будьте его жертвами. И очень важно понимать, что есть гигантская разница, вообще две абсолютно разных вселенных между профессиональным бодибилдингом, фитнесом, где у ребят абсолютно другие правила игры, где БЦА, где белок, протеин дополнительный, где разнообразные пищевые добавки из наших замечательных спортивных компаний действительно уместны. Есть абсолютно иная вселенная, которая посвящена натуральному бодибилдингу, просто физической культуре. И в этом разрезе, ребята, вам нужно просто сбалансированное питание, нормальное количество овощей, фруктов, мяса, рыбы, птицы, отсутствие лишнего мусора в вашей диете и, самое главное, отсутствие мусора в вашей голове, потому что БЦА – это точно такой же мусор, который из профессионального мира переходит в мир любителей и тех, кто хочет просто быть здоровым. Но самое смешное – это то, что мы все с вами хотим что-то купить, правильно? Сам факт занятия спортом, физическая культура, развитие своего тела, избавление от лишних килограмм – это долго. А когда ты заходишь в спортивный магазин, ты видишь какую-то банку, на ней нарисован какой-нибудь грандиозный кач-трюкач или питоняшка, и ты думаешь, я хочу быть похож на него, куплю эту банку и буду каждый день ее заглатывать. И на этом обычно заканчивается все мероприятие. Ты купил, попил пару дней, я ж прям выполнил, да, и все, ты психологически себя удовлетворил. Ребята, здоровье начинается с дисциплины, с последовательного выполнения рутины, тренировок, питания и отказа от лишнего. Не с моментальной покупки вашей банки БЦА или протеина. Поступайте с умом, дисциплинированно и закрепляйте свои поступки в годах, и тогда вы увидите результат. Сейчас я вас попрошу, если будет такая возможность, подписаться на этот канал, поставить звоночек и обязательно поделиться этим видео с тем, кто вам близок. Спасибо вам огромное за ваше внимание, родные мои, и увидимся в следующем видео. Пока! Ребята! Дорогие мои, от всего сердца приглашаю вас, присоединяйтесь к моему мощнейшему проекту ПГ-марафон. Что такое ПГ-марафон? Это невероятный 21-дневный проект, в котором мы работаем над своим здоровьем, долголетием, избавляемся от лишних килограмм, мотивируемся, учимся готовить и тренируемся, все вместе. Общение и мотивация – это главная наша цель. Смело и уверенно раскликивайте описание этого видео, и там вы найдете инструкции, как присоединиться к нашим рядам. Спасибо!